Shema, Yisrael. Бог готов, дорогие друзья. Сегодня последнее в этом месяце, 27 февраля. Этот день интересен тем, что Бог нам дал Слово Свое для того, чтобы мы изучали его. И хочу сказать, что мы сегодня будем изучать тему «Слово Божие прогоняет врага». Марка, 4 глава, 7 стих, говорит так. «Иное упало в тернии, и тернии глушило семя». Самая известная притча Иешуа, которая сегодня используется многими-многими людьми, становится местом дискуссий. Я хотел бы также говорить об этом слове. В этом стихе 7 говорит Иешуа о семенах, которые падали в землю среди терниев. И Слово Божие является то слово, как семя, падающее на добрую почву. Оно посажено было посреди терниев. Тернии выросли и заглушили их. Это произошло по причине того, что на этой земле были тернии. Терен – это колючка. Из него был создан венец для Мессии. Интересно, что терн – это колючки, которые символически в этой притче говорят о том враге, который сегодня ищет наши души. На самом деле, послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих, Рав Шаул пишет: «Жало вплоть было дано мне, ангел сатаны, удручать меня». Вот слово «жало» используется в других местах, как терн. Этот терн, он был дан Рав Шаулу, Павлу, многим известно, как апостол Павел. Интересно, что он говорит эти слова, будучи апостолом к язычникам, написавший третью часть Нового Завета. Он говорит о том, что его преследовал по жизни этот демон жалом. Я скажу так, что если этого учителя Торы преследовал демон и удручал его плоть, то скажу также, что не удивляйтесь, что в нашей жизни мы будем также получать эти шипы, которые будут пытаться забрать слово, которое дал вам Господь. Слово, на котором мы стоим, слово, которое дает нам жизнь, слово, которое продвигает нас и дает цель. Сатан будет использовать шипы, чтобы забрать это слово, забрать и сделать нас бессильными, безнадежными. И буду говорить, что Бог хочет, чтобы мы изменились. Что интересно, когда Иешуа повторяет эту же притчу или истолковывает ее для своих талмидим, для своих учеников, он использует ее немножко по-другому, он говорит немножко по-другому. Смотрите, Марка 4 глава 17 стих, он говорит немного по-другому это все и говорит так: «Посеянное в тернии означает услышавших слово, но которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода». Забота этого мира, погоня за богатством, за наживой, и оно, говорит здесь, бывает без плода. Это означает, что мы можем принести плод, даже если мы смотрим на наш бизнес, на наши отношения, как бы той методом, где Господь хочет проявить свою славу. Нам не нужно забывать ни в коем случае, ни для домохозяек, ни для бизнесменов, ни для просто учителей или же работников офисов, забывать, что Слово Божие – это наша жизнь. Другими словами, сатан посылает тернии в нашу жизнь для того, чтобы сбить нас с пути, чтобы мы больше не обращались к Слову Божьему, не обращались к Торе. И я хочу зачитать еще одно место, где используется это слово «тернии». Числа 33:55 говорит так: «Если вы живы, не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших,
будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. Вау! Знаете что? Мы живем в обетованной земле. Часто думают, что обетованная земля для верующих людей сегодня это небеса. Там все будет в порядке. Но на самом деле здесь. Обетованная земля – это богобоязненная жизнь верующего человека. Это победоносная жизнь человека, который верит в Бога, который пользуется благами этой земли во славу Его Царства. Это наше призвание – быть светом в этом мире. И здесь Библия говорит о том, что мы должны изгнать врага. Каким образом? Каким образом сегодня эти тернии, и мы должны изгнать эти тернии, вырвать эти тернии из нашей жизни? Каким образом? Обращусь очень просто. Может быть, это гнев, горечь, непрощение, похоть, гордость. Может быть, это то, что докучает нас, что колет нас, что дает нам раны. Нам нужно от них избавиться. Прогоните сегодня врага словом Бога, потому что Иешуа это сделал. Он обращался к искусителю, к врагу, используя Танах, используя Слово Божье. Мы сегодня, как верующие люди, должны избавиться от шипов, тернистых кустов, чтобы мы проводили жизнь благословенную в Боге. Бог нам дал не страх перед врагом, а написано «наступайте на всякую вражью силу». Он дал нам хирургический инструмент, который является Танах, который является Слово Божье, Священное Писание, чтобы мы могли изгнать врага из нашей жизни. Хотел бы за вас помолиться, и чтобы Господь благословил вас, чтобы чтение Слова Божье стало ежедневным хлебом насущным, чтобы это насыщало, чтобы это очищало, чтобы приносило плод, и это семя, которое посеяно в нашу жизнь через Слово Божье, приносило много плода. Давайте помолимся. Авину Шабашимаем, Отец Небесный, благодарю Тебя за семя Твоего Слова в моем сердце. Открой мне то, что мешает мне, тот терновник, который глушит Твое Слово. И не допусти этому терновнику привиться и дать свои плоды в моей жизни. Помоги мне, чтобы прогнать врага из обстоятельств моей жизни, из областей моей жизни посредством Твоего Слова. Научи меня использовать Твое Слово, как меч обоюдоострый. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили бремена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, который будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.